Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Хочу с вами поделиться рецептом приготовления курзе. Курзе отличается от обычных пельменей или вареников способом лепки. В Турции курзе готовят с картофелем, с мясом или с зеленью. Для начала подготовим тесто. В муку добавляем соль, яйца, воду. Также я добавляю растительное масло. С растительным маслом тесто получается более эластичное. Далее замешиваем тесто. В конце у вас получается довольно плотное тесто. Тесто оставляем в сторону, прикрыв где-то примерно на полчаса, чтобы оно отдохнуло. Пока тесто отдыхает, подготовим начинку. Лук мелко шинкуем или натираем на крупной терке. Добавляем к фаршу. Фарш лучше брать средней жирности. Затем добавляем соль, черный перец. Все перемешиваем. Отдохнувшее тесто делим на две равные части, одну часть убираем, вторую тонко раскатываем и вырезаем кружочки с помощью стакана. Чтобы тесто не подсохло, его лучше прикрыть. Затем берем один кружочек, выкладываем фарш и формируем курзе. Курзе отвариваем в подсоленой воде примерно 10-15 минут. Затем выкладываем на блюдо, подаем с йогуртом или сметаной. Сверху также можно полить растопленным сливочным маслом. Приятного аппетита!